находится детский сад, самый большой дом округа. Недалеко от него стоит заброшенная машина. Как я думала, ей лет 20, не меньше. Зимой в этой машине жили бездомные. Я их очень боялась. Но когда наступила весна, бездомные разбежались. Мне стало спокойнее ходить по этому переулку. Как-то раз я шла в музыкальную школу и увидела там эту мальчика. Их было всего 7 штук. Каждый день, проходя там, я замечала, что их становится все больше. Этот мрачный переулок расцветал и желтел. Вскоре он стал весь желтый и не был теперь такой уж мрачный. Старую машину убрали, и по этому переулку стали ходить очень много людей. С тех пор этот переулок стал, как я думаю, самым красивым Долгопрудном. Я, правда, не знаю, как оно называется, но вот знаете, большой садик, вот на улице Спортивной. Это надо за ним, с той стороны, как раз мимо дома, да? Я так и думаю, что про это место.